Ну что, дорогие товарищи, упадок отказа. Господи, что это такое? Шахтерская экспедиция. По Карл! По Карл! По Карл! Факаров! Сваливаем нахер отсюда. Run for your life, fuck Carl. Stone and rock. Да. We got stoned. Rock and rock. For metal and rock. Да. For rich. With rich. Ну что, давайте собрались и понеслась. Ой, блин, что есть? This is a simple mining mission. You understand, guys? Понял? Вообще простая, там, без всяких. Так, что там у нас сейчас? Поставлю. Воюйте, я постою здесь. Да? Постоишь? Ну ладно. Ты воюешь не в ту сторону. Вот теперь нормальная локация, не та блевотная говнина. А, да. Так, что тут у нас такое? Залепись. Жалко, что шлеп, конечно, не добыли в тот раз. Блин, там классные скины бывают, падают. Бывает. Так, не бери это самое, бери избыток золота в крови. Слишком ответственно, а вот тут нормально. А, Молли у нас. Молли тут, да? Да-да-да. Look over here! Точно, я ж поменял все оружие, ядрит, мадрит. Сейчас надо переучиваться. Я нашел какую-то ногу оторванную. О, прикольно. Оторванная нога Глефида. Прикольно. И главное, ее даже в руки нельзя взять, она исчезла. А что, убил кого-то? Ну, Турель, возможно. Да, Турель его убила. Японский клонский, ребят, вы бы здесь видели. Ладно. Умирать так с музыкой. Ядрит, Мадрид. Так, цвет. Holy shit. Я буду озвучивать для иностранцев. Игра, которая и так на английском, да-да. Нет, то, о чем мы говорим. Ты бесполезен. Откуда ты, жук, прилетел? Дрикард, тоже можно было подняться, но не так, чтобы хорошо, но тем не менее. Так. Там о, золотишко, гол. Так, я одну убил, да, сейчас. Теперь с этим золотом. Отлично. Сейчас нам будут рвать жопу, да? Да, будут сейчас убивать нас. Так, это неприятно, но что делать? Ой-ой. Я нашел, я почти выбрался. Блять. Охуительно. Просто обожаю, когда они появляются в самый неподходящий момент. Я пошел дальше копать, копаю тут. Привет. У меня еще и гранат в кулаке, но как они меня убили, вообще не понятно. Икс, посвети немножко, если ты можешь. О, да тут нитры много. Угу. Так. Так, я заморозил всех. Где? А вон там вот? Да, да.
what to use the gold for? Gold? Gold using to buy... For drink beer. For drink beer. Cup. Да, beer. Это самое... Ай, вы уже сдохли там. Блин, а? Да. Ребята, ну что ж вы делаете? О, о, сейчас ко мне большой придет, я сейчас попытаюсь убить. Давай. And beer. Нет, я ему урон нанес, но не убил. X. Там модули за все это дело, за шмотки. Лови. Домой иду. Я его принимаю. Это мой гриб, я его ем. Как ты там, Дред, говоришь, это наша шахта, и мы ее доим, да? Да-да-да. Мы долго. Да-да-да. О, привет, Фикс, да, как дела? Что ж вы со мной делаете, не люди? Да ты не убиваешь никого, мы тут такие полчища мочим, разматываем. Да то я тебя спас. А я тебя пришел спасать и умер. Чтобы ты убивал их. Уж разберитесь, кто кого спасает. Надо быстрее пройти миссию, вам так не кажется? Ну, большой круг, осторожно. Турелька, все дела. Где он там большой этот спрятался? А чё, погода что ли испортилась? Да, прикинь. Так, вот нитры, куча нитры. Еее, если чё, вот тут. А вы знаете, что нам нужно добывать не нитру, блин, а... этот... маркит или чё там? Без нитры-то мы не добудем маркит. Почему? Потому что нам нечем будет отстреливаться. Да, мне уже нечем. Я тут зеленый камень скинул. Так, я молик себе подзову. Я который только что его себе подозвал, да-да, подзови. Блин, у меня тут камень большой, куда мне давать деть камень? Куда его? Молли? А вот он, блин. Так, пойду дальше за нитрой. Какой, а ты, блин, большой камень. Его на футы бигстоун и на молли, а? Вот и перверт. Ты каменщик, работаешь 3 дня, да? Где моя дырка? Уберите ваш металлолом. Я не могу найти свою дырку, ребята. У меня проблемы. Life story. А вот она, дырка. Ух, ёб твою мать! Что там у вас? Да тут куча взрывателей просто, а у меня... Чуть-чуть, я бы с ними взорвался. Да. Так, все, заказываем капсулу снабжения. Заказывай, не спрашивай. Я заказал. Не, ну ты говоришь, тебе просто нужна была, поэтому я и спрашиваю. Так, одна моль есть. 5. Не, я имею в виду одну я сейчас убил, поэтому одна уже есть еще дополнительная. Вот 6-я, да, кто-то убил. Это я, да. Ой, я нашел еще ЖДИТ, ребят. Кого ты нашел? ЖДИТ. А, ЖДИТ ты нашел. Так. А если пойти этим путем, вот так вот. Сюда куда-нибудь, вот так вот. В эту сторону. Вон, дырка. 4 моли осталось. Ой, я тут дырку помогу пробить. Где сраный Молли? Я вызвал полдня назад. Да она, не обижай. Мам. What's
Моль как в жопу ужаленная полетела. Ну и копай сам здесь тогда. Нам нужен каждый грамм нитры. И золото, мы же гномы. Дворфы. Знаешь, что дворфс переводится как гномы, ну, с английского? Нет. Ну, это разные существа. Да, ну, цвет, по нет. системе ДНД, да, это разные существа. Да. По... И по Толкину тоже. И по Толкину. У Толкина гномов не было, это уже потом. Гномс and Wolves. У них были полурослики. Не, полурослики — это вообще другая раса. Это хоббиты. Ой, блин, дети хоббиты. Да. Е, третий детонаторов, ребятки. Стреляй, падла! Вот так, останавливаемся здесь. Ну, по крайней мере. Ага, я отошел недостаточно далеко. Ай, блин! Кикс, помоги, пожалуйста, у меня тут пиявка. Сейчас. Где ты? Ёб твою мать, как до тебя добраться? Ты умрешь, дядь. Я не вижу пиявку. Сейчас. Мой труп. Я чуть-чуть не успел, извини. Я примерно понял, но тут просто еще до хрена этих тварей. Всяких всякого разряда. А я ее убил, по-моему. Ага. Я вас понял. Так, у меня пока патроны есть, так что я буду отстреливаться. Окей. Я убил больших жуков, если что, под себя. У нас есть шанс меня поднять. Еще пособирать. А, ну ладно, можно. Смотри сам. Ни хрена, у вас нет шанса поднять дреда. Ну, в начале этого... Оу. Не, есть шанс. А, уходи нахрен! Вот, если ты его взорвешь где-то там, вот под, рядом со мной, то. Но тут. Иди наверх, по тросу. Уходи, да. Просто уходи отсюда, тут что-то как-то много жирных. Так, а муха, у меня кончились осветительные фаеры. Ладно. Главное, чтобы патроны остались. Бля, так вот. Комбинация роя и этого самого не очень здорово. Ты за только можешь шарахнуть. А ты сюда его веди, под ток, уходи нахрен. Резайся, дред, наверное, или кто? Сука, у вас тут. Так, сейчас ты упадешь, я тебя поднимаю, да? Ты как, блядь, сюда проползла, говнина? Она тут такая, это... Да, блядь, что нахуй? Она может прокатываться через... щиты. Ладно, я тебе. А у вас есть железо? Ага. Надо организовать съебасьон отсюда. Да, надо, блять. Все, я сделал все, что мог, я убил Глефида. Ну как убил? Я пытался его убить. Этого жирного. Жирную проститутку. Ты поставил себе железную волю, Хикс? Да, но она у меня, имеете в виду, всего 8 секунд. Да, 8 секунд не 3, но тут дело в другом. Сейчас ты не травить, главное, чтобы она хоть кого-то осталась. Понятно. Осталось всего лишь 94 этих маркита найти. И он прям здесь везде. Так что, по идее... Пиявка сдохла. Бля, не поступает ты вообще. Она за тобой идет, отлично. Так, пускай идет за тобой. Я пока не стреляю. Стреляй по ней. А теперь отстреливаю, убивай. Да, он умер. Сейчас нитры просыпется много, да? Ай, блин, меня убило. Все-таки взрывом.
Хреново, конечно, но... Что поделать? Там жуков... еще кто-то выжил из этих больших жуков? Да, да. А, можно меня, да. У меня патроны, по крайней мере, есть. Впрочем, не важно. Главное, не траванись. О, почти. И на электричество не упади. Столько мелочей всякой херни. Да, миллион способов самоубийства. Иди подумай, там уже кто-то летит, по-моему. Так, вон еще, я пошел, пока дреды подниму. Давай. А я просто куда-то иду. Я вон тебе справа пометил еще твою любимую эту. Там ресурсы. Маркет твой. Самые... И, кстати, нитру надо еще собрать. Спасибо, чувак. Rock and rolling stone. Молли, пожалуйста, можно мне? Подожди. Бам-бам-бам. Очень информативно. Ёб твою мать! А, спасибо. Что случилось? Ой, бля. Я кинул взрывающегося мутанта, и я умер. Спасибо, Хит. Это маленькие жучки. Я потерялся в пространстве немножко. Спасибо. Все. А, все, у меня вроде все. Где Молли? Где страны Молли? Позвал Молли. Так, тут ты сам, Маркит. Мол, внизу. Икс, немножечко света. А то тут... Немного как взрыв. Нет, сейчас. Сейчас я возьму патроны. Спядну. Так, ну теоретически больше некуда, только обратно. А мы только Маркит, мы запас не убили. Не надо собирать. Ну где-то там нет, надо все. Найти. А мы толку выполнили. Нет еще его собрать больше? Есть, есть. Вот, мало. Бонус. Там за каждый единицу опыта, ой, за каждый единицу ресурсов единицу опыта дают. Нужно тебе лишние 40 единиц опыта, скажи. Конечно. Он перегиб. Ну хороший. С учетом того, что ты в миссию получаешь 1500 опыта, да? 40 тебе очень сильно зароляют. Как говорится, дело копейка рубль. Мы же гномы. Вот сверги. Дворпы. Да. Вот Моль найти уже как-то более принципиально, потому что за задание дают типа деньги. О, золото. Но мы ведь ее все равно найдем. Без нее мы не уйдем. Кого найти? А Моль, да. Моль, да, Моль. Так. Ты вызовите его странную эту капсулу, пожалуйста. Сейчас. А то мы сейчас сдохнем опять. Страшно, да? Да, страшно, когда страшно. Я еще часа два, сейчас пап не могу вообще, не вовремя. Так, я на секунду отвлекался, что тут происходит? Пошла волна, жуков. Понял. Они очень хорошо хавают меня. У тебя хавает? У тебя же вроде оружие нормальное есть. А, ты ну так... тут много мелких жучков, вот в чем прикол. Они умирают быстро, но пока их всех убьешь... У тебя вторичное оружие? Большая лазерная пушка. А первичная? ППшка. Маленькая лазерная пушка. Так ППшка вообще идеально. Ну ППшка классная, но... Кстати... Я говорю, тут много жуков, я имею в виду типа их сотня. Не меньше. Ладно, давайте выходить наружу. Там где-то по ну, пути. Я забираю давай. Тогда эту последнюю штуку. Вот. И все, почти встафали. А, да. Я нашел мой. Я вызываю, да?
Отлично. Да-да-да, вызывай на Хелмойс. Да, все, я ее убил. Ну что, да начнется веселуха. А где капсула десантуется? А, сверху. Она летит. А, ну самое что, начало. Ёбой, блядь. Я в яму провалился. Не знаю, как вы, я уже эвакуируюсь. А, нет, я не эвакуировался, я пришел обратно. Я тоже по кругу прошелся, там ты прикол. Так, я один ходом детонатора пошел. Куда идти? Походу вот сюда. Сюда. Бля. А вон там еще одна. Здесь маршрут. А, да, вон туда, наверное. Да, правильно. Осталось добежать до туда. Давай, ты сможешь. О, там предатель. Жук такой. Ну, жук предатель, я забыл, как он называется по-правильному. Предатель? Да. О, золотишко. Я не помню, как это нормально называется. Я помню, что на П как-то. А, ну все, я уже здесь. Все, пока. Да, мы сделали это. Локенстоун, yeah! Локенстоун, да. Май, это не зима. Yeah. Вот и вторая миссия пройдена. 3 часа 40 минут. Да. Еще 3, да, миссии? Да. Ну что, лайки, подписки. Сразу начать задание. Да. Лайки, подписки, шары, дорогие товарищи. Заходите в описание. Там ссылки на кооператив дружбы и Cold Russian Fleet Discord сервера. Вот, на кооператив дружбы мы сейчас прямо играем. Вот. При этом у нас есть еще другие соцсети. И, в общем-то, если вы все это делаете, вам будет приятно, а нам будет полезно. И тоже приятно, в общем-то. Так что давайте продолжать.